опять там поезд едет, а мы идем опять по грязи. Там вот паровоз, вон там за лесочком, активно едет. Мы чапаем по грязи. Да, тут дорога очень. Я поэтому одела свои говноступики, вот такие. Они такие чав-чав, потому что я знаю, что дорога такая. Короче, надо что-то, чтобы не жалко было. Очень такая. Это еще фигня. Вот мы шли. Это была дорога. Грязная. Вон там что-то долго-долго едет. Пойдем, выходим вот тут. На ЖД пути. Вон там этот товарняк. Едет все еще. Блин, и вот он закончил ехать, а мы вышли. О. В общем, наш транспорт, говорят, только еще в институте половой связи, как Сережа сказал. В институте связи. Ну, в общем, где-то вон там. Ой, почему-то я свечусь.